Дежурные врачи после осмотра больного решили сразу же готовить его к операции. Все это время за отца в приемном отделении переживал его сын, не менее известный представитель цирковой династии. Хочу выразить в первую очередь благодарность всему персоналу третьей клиники, вот нашей хостинской, вот хирургам, анестезиологам, сестрам, медсестрам, всем, да, вот за то отношение. Нас привезли ночью, экстренно скорая привезла с диагнозом грыжа, очень серьезно, и 78 лет моему отцу. Вот, и врачи сразу посмотрели, сразу взялись, приняли меры, сразу сделали одну операцию, на следующий день сделали вторую операцию. То есть, считаю, вот самоотверженность врачей нашей больницы, честно говоря, меня удивило. Оснащение хостинской больницы сейчас позволяет делать все, чтобы спасти человеку жизнь при самых сложных случаях. Ну а Мстислав Запашный уже через день после операции порадовал врачей своим состоянием. Пациент наш в состоянии средней степени тяжести, так все-таки тяжелое было заболевание изначально, находится сейчас в отделении реанимации, чувствует себя замечательно, сознание адекватен, доступен контакту. И думаю, что скоро уже родственники его увидят в общей палате, смогут с ним общаться. И я думаю, что дней через 7-10 уже он будет дома и радовать своих родственников. Запашного в больнице навестил и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Артист поблагодарил главу города и медперсонал за заботу. А Анатолий Пахомов, в свою очередь, пожелал Мстиславу Михайловичу скорейшего выздоровления.